Тёма сам играет, да? Он умеет. Лиля, отойди, он сам. Вот, в ту сторону, в другую. Не получается? Артём? Нет, наверх, наверх. Покажи ему, покажи наверх. Ждем очереди к офтальмологу. Молодец какой. Ну, научился, да? Надеюсь, мы успеем пройти. Ты стрелялкин. Стрелялкин. Ты стрелялкин. А стрелялкин. Ты стрелялкин. Стрелялкин. Ку-ку. Мы уже приехали с поликлиники. Ездили утром, рано встали, не поехали, ну, в 6 проснулись, пока собрались, в 8 вышли, пошли на 30-ку на Чайковский переулок. Пошли, там еще 30-ку прождали 45 минут. Пока мы уехали и пока дошли до поликлиники на Дзержинке, там 10 минут идти, было 9:20. Мы ждали до 11:20. Все же по времени... Я думала, через одного, как у нас на Садовой, а там нет. Там надо было, когда мы зашли самые последние, 11:30, а у нас 12:30 уже здесь на Громова надо. Можно было идти выписываться, ну, там до 4:00. Мы зашли, она говорит, надо было зайти, сказать, что вы срочно. Надо, говорит, написать даже на этом самом, что вы срочно, ну, как бы срочно. У нас через один, как бы, ну, по живой и по записи не ходят один через один, как у вас там на Садовой. У нас все по времени, значит, по времени. Я всех жду по времени. Это у нас задерживается, я немножко позже бывает, некоторые принимаю. Из-за этого вас не пропускают. Надо, говорит, на дверях написать, что если срочно, вы заходите вне очереди. Я говорю, напишите, кто-нибудь не знает, и вот так вот будет очень неудобно. Пришли мы, решили выйти. Дочка предлагала, сразу поехали туда. Я, говорит, сразу на макраме схожу. Я говорю, ты же макраме не взяла. Она говорит, а, ну да. Мы вышли. Я говорю, давай час-два посидим. 12:30 были здесь. Вышли. Хорошо, что на автобус еще успели. Я думала, сейчас будем еще автобус ждать. Нет, получилось так, что автобус через 5 минут. Мы как раз только доскочили до остановки, там 5 минут. Если быстро. Вот. Я, конечно, не так быстро, но мы добежали. Сели, приехали. Я говорю, давай покушаем. Мы покушали, потому что пока мы там 2,5 часа сидели, у меня ребенок не завтракал. Он уже весь искрутился, вертелся, Тёмка. Он уже маленький. Я и кушать хочу, я и писать хочу. Как бы в туалет мы сходили, и кушать, и пить, и все-все-все. На свете сок мы выпили, воды у нас нету. Кушать мы хотим. Мы пришли, покушали. Сходила Лиля еще за хлебушка нам купила. Они сходили мороженое с Тёмой купили, перекусили. И Лиля пошла 12:30 на макраме в 2 часа с 2. До 3:30 у них макраме, но я написала с 2 до 3:00 она у вас побудет на макраме, преподавателю макраме. И в 3:00 выйдем. Мы 2:30 выйдем, и в 3:00 там будем уже возле поликлиники, там рядом возле школы у нас. В школе макраме преподают возле школы, рядышком 5 минут ходьмы до Громова детской поликлиники, филиала нашего, где у нас педиатр. Чтобы мы выписались, чтобы завтра пошли уже на домашнее обучение с 1 марта по 1 апреля. Вот. Мы туда подойдем к 3:00, я ей позвоню, она добежит. И в 5-10 минут 4-го врач у нас педиатр до 4:00, мы зайдем и сделаем выписку. Ну и завтра она... уже пойдет в 11:40, у нее занятия русским, математикой, принесет справочку. Вот. Ждали мы ужасно долго, там еще женщина была, просто проходила комиссию в детский сад с девочкой, и вот мы очень долго с ней сидели, она тоже по живой,
Она еще за мной, и мы вместе уже с ней зашли, потому что это было пол... Вообще, окулист работает, офтальмолог, да, с 9 до 10:30, а мы 11:30 уже зашли. Но она там сидела, и мы зашли, как бы. Ну, потому что до 11:30 проходили другие еще по записи. Вот такая очередь. Я говорю, мы так... Не то, что там дети, там взрослые устанет. Мы сидели, я так устала. Так что вот. Пришли, сейчас еще часик посидим. Сейчас... Не часик, сейчас 2 часа, полчасика посидим. Я опять Тёмочку одену, потому что раздела, дома жарко, солнышко. В комнате светит, это на кухне, там со стороны автобусов, где 30-39 ходит, там у нас пасмурно как-то и не так жарко. Здесь уже у нас светит солнышко с этой стороны окошко и жарко. Сейчас мы оденемся, потихонечку пойдем. И в 3 позвоним, Лиля подбежит, возьмем справочку. Вот такие дела.